Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такой АСМР. Я буду есть экстремальную еду. В общем, это свиные мозги, друзья. Вот. Смотрите, вот такие вот свиные мозги. Вот так они выглядят. Такие. Вот. Сейчас я их немножечко посолю солью. Вот, посолью солью. И будем с вами кушать. Это будет такой экстремальный АСМР. Экстремальный АСМР. Экстремальный АСМР. Так. Ну что, вот так чуть-чуть посолю я их. Так. Вот так немножечко. Так, возьму вилочку. Вилочку. Ну и давайте кушать с вами. Вот, смотрите. Вот такие вот свиные мозги. Так они выглядят. Друзья, в общем, по вкусу они неплохие. Они, знаете, напоминают такой паштет по вкусу, как будто паштет дорогой из гусиной печени. Вот что-то общее есть, что-то похожее есть. И консистенция такая мозгов именно примерно как паштет. Я их сварил, короче, как я их приготовил. Поставил воду в кастрюлю. Вода закипела, и в кипящую воду я бросил эти мозги. Вот. Проварил их где-то, может, минут 40. И вот они уже сварились хорошие такие, вкусные. Вкус такой нежный именно. Мне нравится. Вкусненький. Такой нежнейший вкус. Как паштет. Друзья, в общем, это у нас был АСМР с экстремальной едой. Я кушал свиные мозги. В общем, если как бы, ну, оценить их по вкусовой гамме, да, по пятибалльной шкале, то я бы поставил пятерочку. Вот, мне им понравится. Но это, конечно, еда на любителя, да. Я прекрасно понимаю, что не каждый будет ее есть. Может, у кого-то, наоборот, это вызовет такое какое-то пренебрежение, брезгливость, да. Но мне как бы мозги понравились, свиные, очень вкусно. Нежный такой вкус, такой какой-то вкус, такой как бы не тяжелый, такой легкий, такой нежный вкус. Но я говорю, похоже на паштет чем-то. Вот. Ну ладно, друзья, спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии. Вот, и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. И пусть все мечты ваши сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, увидимся. Всем пока, друзья.